Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики нашего канала. Перед тем, как вы посмотрите новый сюжет, я хочу вам рассказать о видах деятельности нашей юридической компании «Право на защиту». Мы оказываем квалифицированную юридическую и экспертную помощь при ДТП. Перечень нашей деятельности входит споры со страховыми компаниями по взысканию ущерба по ОСАГО и КАСКО, возмещение вреда здоровью и морального вреда, сопровождение в страховых компаниях до полного получения страховой выплаты. Кроме того, наши эксперты производят следующие виды экспертиз. Исследование транспортных средств в целях определения стоимости восстановительного ремонта и остаточной стоимости. Экспертиза некачественного проведенного ремонта в отношении транспортного средства. Транспортно-трассологическое исследование и автотехническая экспертиза. Также мы оказываем юридическую помощь в следующих случаях. Уголовные дела при ДТП, административные дела при ДТП и при лишении права управления транспортным средством. Друзья, теперь вы знаете, к кому можно обратиться за юридической помощью. Так что воспользуйтесь своим правом на защиту. Приятного просмотра! Здравствуйте! Здравствуйте. Вы пьяны? Нет, вы? Да. Да, вы пьяны. Оставайтесь, сотрудники сейчас подъезжают. Будьте здесь на месте. Оставайтесь за рулем. Не-не-не, мужчина, стойте, хватит двигаться. Вот он, поехал. Здравствуйте! Здравствуйте. Вы пьяны? Нет, вы? Да. Да, вы пьяны. Оставайтесь, сотрудники сейчас подъезжают. Будьте здесь на месте. Оставайтесь за рулем. На, держи, сейчас я. Да я не дам никуда. Не-не-не-не-не, стойте. Мужчина, подождите. Вы, в смысле, что значит? А что случилось? Ну вы пьяные, за рулем двигаетесь. Только что выпил. Ну, только что выпил, значит. Ставь машину, пошли ко мне. Ставьте. Конечно. Мы за вами, ребят, с Московского проспекта едем, как бы, я не знаю. Двигается. Да не-не-не, мужчина, стойте, хватит двигаться. Вот он, поехал.
Звони. Поехали. Надо звонить. Да. 102 звоню, я там уже набрал. Куда он повернул? Направо. Направо? Да. Да? Да. Вон оно. Сильно не гони. Так, еще раз. Сильно не гони, говорю. Куда? Ух, хуй. Сейчас смотри, направо-налево смотри. Направо-налево, ты где? Так, я на бой. Налево. Налево? Да. Все, езжай. Куда он уехал? Налево. Только сейчас, говорит. Бич! В общем, мы упустили водителя признаками опьянения, сильно выраженными. Вот его автомобиль. Запечатлим его, вам покажем. И, в общем, если вы где-то его увидите, покажите ему это видео, и возможно, кто-нибудь захочет плюнуть в лицо. Допустим, такое тоже может быть. В общем, так получилось, что мы поехали за ним, мы его немножко упустили, а эта с**ть оказалась здесь припаркованная, и уже его нет. Я передаю тебе привет. Мужичок, который с признаками опьянения был. Мужичок мы обязательно, с красными глазками. С красными глазками, да. Мы обязательно тебя поймаем. И текущим носом. Мне интересно вообще, я тебе все узнаю, мне интересно, кто ты вообще есть. А вот мне интересно, вот орать и уезжать дальше, это вот прям по-мужски, мне кажется. А он так и кричал, да? Да, я залез, получается, в машину к нему туда кинулся. Это тот, кто так делает. Дорогие друзья, если вы хотите увидеть на какую-то интересующую вас тему сюжет, просьба написать в комментариях, какая тема вас волнует, и мы с удовольствием снимем, постараемся, по крайней мере, выбрать тему, которая будет максимально интересна наибольшему количеству наших подписчиков, и снимем, опубликуем, так скажем, вас порадуем. Потому что тема со светодиодами очень оказалась популярной, и этот ролик посмотрело более 500 000 людей. Так что, если вы еще не посмотрели, пожалуйста, переходите по ссылке в описании и посмотрите этот ролик. Взятки на дорогах, беспределы, нарушения правил. Мы до вас доберемся, все как нужно исправим. Кулак народа бьет по тем, кто нарушает закон. Дамоклов меч, ваш колокольный звон. Время ответить за должностное преступление. Ты думал, что тебя спасет звание или положение? Будь ты министр МВД или офицер ГАИ. Если живешь не по закону, то YouTube смотри. Раскроем лица под масками, шапками и касками. Опишем все подробности правды красками. Мы рядом и не расслабляй свою пятую точку. Возможно, это мы сегодня спасли твою дочку. От пьяного водила с кошельком безмерным, тонированным стеклом и перегаром непомерным. Не с той стороне, у нас есть номер горячей линии.